Белорусская универсальная товарная биржа планирует активнее привлекать на торги предприятия малого и среднего бизнеса из регионов России. Приоритетное внимание будет уделяться производителям высоколиквидной продукции, востребованной на белорусском рынке. Работа по данному направлению ведется с 2020 года, что позволило аккредитовать на биржевой площадке компании из 52 субъектов восточной страны-соседки. Российский бизнес за прошлый год увеличил сумму контрактов на 63%. Заключено сделок более чем на 300 миллионов долларов. При этом экспорт белорусских товаров вырос почти в 5 раз.